1 марта, согласно приказам региональной энергетической комиссии, изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте в Твери, Калининском, Ржевском, Кимрском, Зубцовском, Старицком и Конаковском районах. В частности, стоимость поездки в Твери по банковской или транспортной карте составит 30 рублей. При оплате наличными придется выложить из кармана 35 рублей. При этом разовая стоимость проезда по абонементу составит 25 рублей. В Ржеве стоимость проезда при оплате безналичным способом – 29 рублей. За наличный расчет – 35. В Кимрах и в Конакове – 30 рублей при безналичной оплате и 35 при оплате наличными. В Зубцове и Старице стоимость проезда по безналу составит 24 и 20 рублей соответственно, а при оплате наличными – 30 и 25. При этом останется прежней стоимость проезда для школьников и льготников, которые составляют 30% всех пассажиров в Тверской области.